Один несчастный человек охраняет аэропорт. Сейчас мы вынесем этого охранника. Врываемся. Перепрыгнули через забор. Все, Биг Смоук уже проехал, пока Райдер отвлекает. Начинаем захватывать в аэропорт. Приветствую всех на канале Монвер. Это игрушка Hearts of Iron 4 и модификация на нее GTA San Andreas. Вот этого типа, кстати, зовут Цезарь Вавилон. Давайте начнем новую игру. Что это за... Набор типов. Историческая справка. Темные времена наступают. В Европе Гитлер укрепил свою власть. И у нас начинают бороться темные мужчины с менее темными мужчинами, а также военные. Но мы будем играть за Грув Стрит. Ё-моё, очень исторически выглядит карта, конечно. Лидер Шон Свит Джонсон. Все, отлично, погнали. Let's go! Почему темнокожие ребята в военной форме вермахта? Подождите, надо сверху определить вот этот стадик. А где у нас Гантон? Гантон район. Я немножко ударение на другую букву ставил. Опа! У нас есть национальные фокусы. Я вам сейчас командующего дам. Генерал армии Биг Смоук. Блин, какой маленький фронт. Это самый маленький фронт, который я видел. Две дивизии, думаю, вы справитесь. Новосибирск? Я думал, он немножко в другой области мира находится, а не рядом с Грув Стрит. Что? Нифига, вот это столкновение с пляжа идет. Вот здесь, походу, не участвует. Это чьи? Владелец. А, это армия просто, глава государства. Пилоты оккупировали. Строитель держит квартал Енисейск. Чу-чу-чу-чу еще раз. Западная Германия? Ла-Манш? Сейчас будем захватывать стадик. Стадик разнесет. Торговля, мы вообще можем торговать? Мы не торгуем ни с кем. Решение. Пистол трейд, обмен пистолетов, обмен SMG, интеграция местного населения, грув гэнг мембер, вот так выглядит. Я думал, это самолет. Или может быть это пенис. Обучить. Блин, надо до целого Новосибирска дойти, я думаю. Думаю, мы должны это сделать. В Цинхае, пацанов. Цинтаун. Let's go! Война началась. Пацаны перестреливаются. Биг Смоук, заходи. Тихо. Нас балласы крепят сверху. Они захватывают целые улицы. Ну и мы тоже не это, не пальцем деланные парни. Какие-то одиночные перестрелки. Этот парень не знает, куда деваться между двух хат. Давай, 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 расстреливайте их на кварталах, на этих улицах. Биг Смоук, Биг Смоук, захватите стадион. Что здесь творится? Государство запрашивает пакт о ненападении. Цезарь Вавилон говорит, не нападай на меня, пожалуйста. Я согласен. Балласы-то вообще обнаглели. Ты смотри-ка, они себя ведут как Германия. Меня хотят в два кольца взять. Я тоже так могу сделать. Бот думает самый умный здесь. Все, все, ты попал в окружение, парень. Смотри, а я сейчас сделаю еще лучше. Я к тебе прям на район зайду. Что ты мне будешь делать? Догони меня, если сможешь. Опа, национальный фокус выполнен. Что у нас здесь? Драг-дилинг против наркотик. Ладно, мы будем против наркотиков. Наркотики нахуй. Мы теперь зожные пацаны. Нас что-то закрепляют здесь. Какого хуя? Райдер не захватывает. Он реально меня киданул. У него самое большое количество дивизий. Он не хочет работать. Строитель, можно я перемещу войска по вашей территории? Они отказали нам. Блин, они Грув Стрит сейчас заберут, прям как по сюжетке было. 47 человек на войне, на уличной. Гэнг. Генерал Биг Смоук никак не может атаковать. Он не может занять проход. Опа, новости Сан-Андреса. Тачки взорвались сегодня. 29 центов. Так, что тут у нас по национальным фокусам? Гэнг Худ Драйв-бай. Будет добавлена технология моторизированная пехота. Это пацаны, которые делают драйв-бай на лоурайдерах. Военнообязанное население. Не, маленьких негров с самого детства взращивают, говорят, ты будешь воевать, хоми. Ну так-то да, вообще-то они уже лет уже в 10 оружие учатся держать, все правильно. Опа! Грузовики готовы. Правда, он не похож на грузовик. Отлично, грузовик у нас есть. Наши пацаны под Ижевском уже готовятся. Они сейчас накурятся как следует и потом сядут в машину. Тачка появилась. Поехали. Сейчас просто все захватим. Так, мы подходим к столице Багасов. Все, мы захватили столицу. Калаши готовы. Калашниковы нам привезли. Я не знаю, откуда они их взяли. Сейчас освободим райдера из окружения. Во, прорвались. Кольцо порвано. Что тут у вас, пацаны, происходит? Ну-ка. Да у вас даже нет командующего, а у меня райдер. Отлично, вы размотали этого пацана. Я его просто словесно унизил. Получается, эти пацаны потеряли юг. Вот это вот уже интересно. Вот теперь я побеждаю. Давай, Биг Смоук под Улан-Батором увидел вражескую банду вагасов. Ага, мирный договор. Чё, кто сдался? Балласы сдались, что ли? Ну, как-то вот так мы поделили карту, хотя желтая сторона была проигравшей, можно сказать. А, балласы вообще исчезли с карты, я так понимаю. Так сейчас и вагасы исчезнут с карты.
Это был мирный договор, да? Ну и чё, пацаны, готовы к следующему раунду? Как вы захватили Вагасов? Где столица у Баласов? Вон она, в Гане находится. Надо дойти до Ганы. Карл Джонсон столкнулся с небольшим сопротивлением в районе Улан-Батора. Здесь воевал Биг Смоук. А здесь, пацаны, чё, проблемы какие-то? Зажали на районе парнишку, давайте. Ой, аж каску потерял. Чё-то я не знаю, за счет чего у Вагасов больше очков было. Посмотрите, наши пацаны везде. Они повсюду. Вообще никакого сопротивления нету. Вот они, бойцы последние остались. И то они проигрывают. Эммануэль Альварес, тебе хана. Это тебе говорит Карл Джонсон. Ау, щит. Here we go again. Все, нет командующего, он умер. Кто-то нового назначили. Себастьян Чавес, как быстро у них лидеры находятся. Капитулировали, отдали нам лоурайдеров, два грузовичка и другое. Откуда у вас немецкая граната? Забрать вообще все. Че, как вам такое? Грув стрит везде. Повсюду. Последнее, что у них осталось, это отдать нам порты, и мы уйдем спокойно. Сколько у вас здесь войск? Один несчастный человек охраняет аэропорт. Сейчас мы вынесем этого охранника. Врываемся. Перепрыгнули через забор. Все, Биг Смоук уже проехал, пока Райдер отвлекает. Начинаем захватывать в аэропорт. У Райдера там небольшие неприятности. Мне кажется, его бьют. Ну ничего. Биг Смоук, давай. Под шумок. Целые лабиринты, вот эти стеночки, то есть через них пройти нельзя. Сделано специально так. Все, капитулировали. Мы извлекли у него табельные 1911 и горючие 25 тысяч бочек. Разрисовать на лбу этому пилоту граффити. Отлично, а так как у нас есть Арканзас, у нас будет самолет-разведчик или технология ЦАС-2. Что это такое? Мне нужен ЦАС-2. Штурмовик, у нас гидра есть, наконец. Один штурмовик будет добавлен. Государственный запас. И самолет-разведчик. Кто там, интересно, летает на нем? Опять обкуренный какой-нибудь негр. На нас уже военные вышли. Они воюют с нами. Они увидели, что мы захватили аэропорт и хотят крови. Нас от военных отделяет только строитель. У нас есть самолеты в резерве. Ё-моё, как страшно. Штурмовик и самолет-разведчик. Во, все. Сейчас у нас еще самолеты развернутся. Гидра и самолет-разведчик. Вот так они выглядят, летят. Ну что, пацаны, самолеты летят в воздухе. Погнали. Let's go. Так, пока что все идет замечательно. Мы кое-что упустили. Двух человек сюда. Команду. Нельзя их выпускать. Не выпускайте их! Не выпускать! Блять, ты посмотри, что делают. Рабочие бегают по нашим районам. Так, поймали мы их где-то под Грувом. Новосип наш. Сейчас будет еще Енисейск следом захвачен. Капитулировали. Мы нашли у них на складе 457 пистолетов и 25 тысяч тонн топлива. Единственные враги, которые у нас остались, это военные. Надо у военных увеличить популярность нашей партии. Блин, вояки уже выходят. Они вышли из порта. Зажать, закидать гранатами. Залетать на самолетах. Самолеты где? Так, а в то же время мы просто заезжаем на Теру, пока пацаны воюют. Вот и все. Вояки капитулировали. Отдали нам М-ки, бронетранспортеры и другое. И кто пойдет против нас? А? Все захвачено. Ну и че, пацаны, я захватил весь грув, даже без читов. В общем, пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, советуйте еще какие-нибудь отбитые модификации. Эту я вообще нашел случайно, если честно. Всем пока.